Добрый день. Мне, как врачу, и я думаю, всем медицинским работникам, очень важно, чтобы жители нашего города и Ульяновской области отнеслись с пониманием к проведенным мероприятиям, то есть к режиму самоизоляции. Это решение властей очень многие неоднозначно восприняли. Но для нас, медицинских работников, это решение очень своевременное, очень важное, поскольку именно оно способствует ограничению распространения коронавирусной инфекции. Особо обращаемся к пожилым гражданам и к лицам, которые страдают множественными хроническими заболеваниями. Находитесь, пожалуйста, дома, на карантине. Соблюдайте, пожалуйста, режим самоизоляции. Вы очень нужны своим близким и родным людям. Будьте здоровы!